Добрый день, дорогие друзья, мы в прямом эфире. Здравствуйте, я рада вас видеть на нашем вебинаре. Вебинар сегодня будет интересный. У нас был вебинар страшный по страху, этот будет веселый, потому что наша нервная система – это очень веселая, загадочная, потрясающая, интересная вещь. Поэтому мы будем сегодня, ну, прямо веселиться. Значит, Татьяночка Курилова, я вас тоже очень рада видеть. Замечательно, когда я вижу наших друзей и тех, кто обучается у нас в Академии, меня прямо радость переполняет. Поэтому сегодня мы с вами будем работать. У меня просьба, чтобы вы не просто слушали вебинар, а чтобы вы работали. Потому что я то, что буду рассказывать, я все это знаю. А вот всем остальным нужно будет подумать, они знают это или не знают. Потому что если мы живем неосознанно, если мы не знаем, как работает наш мозг, то нас стоит только пожалеть. Потому что мы могли бы прожить очень радостную и счастливую жизнь, наполненную но какими-то невероятными открытиями, но, к сожалению, наш мозг не дает нам сделать все то, что мы хотим. Именно по причине того, что мы не знаем, кто мы, где мы, как мы, откуда мы пришли, зачем мы пришли. 99% никогда не задумывалось о том, кто нами управляет, как нами управляют, это мы или не мы. И сейчас наука нейробиологии – это одна из самых популярных наук. Я уже говорила вам, сколько наук бывает. Есть такие люди, которые присоединились к нам первый раз. Значит, давайте, напишите мне, пожалуйста, в чате, кто был на первых вебинарах и кто новенький. Можете просто написать новый, чтобы мне было понятно, потому что если опять та же аудитория, как была в прошлый раз, мне будет намного легче. Если подсоединились новые люди, мне, конечно, захочется им сказать что-то важное, что новый-новый. Ну, замечательно. Новый, замечательно. Я думаю, что мы с вами подружимся, потому что тема, которой мы занимаемся, она очень-очень актуальна. Сегодня мы будем говорить, что такое наш мозг. Мы будем говорить, кто нами управляет. Мы управляем или он управляет. Мы будем говорить, как он управляет. Мы будем смотреть, насколько далеко... Новый, старый, была... Замечательно. Мы будем смотреть, насколько далеко мы ушли от наших предков. Потому что на самом деле прожить жизнь и не понять, как мы управляли собой всю эту жизнь, корни и причины наших эмоций, а эмоции – это вся наша жизнь, корни и причины наших отношений, следствий. То есть у нас, в принципе, одна задача на Земле – прожить счастливую, яркую, долгую жизнь и, что называется, получить от этого удовольствие. Но бывает так, что жизнь не удалась, а попытку засчитали. Вот сейчас мы будем говорить о том, добрый вечер, Прага, о том, что мы... так сказать, что мы должны сделать, чтобы себя понять. Я вижу ваш чат, я буду задавать вам вопросы. И у меня просьба, чтобы вы работали над собой, потому что это вам надо изучить свой мозг. То есть я буду рассказывать, как это у людей, как это у ученых, как это у животных, а вы будете думать, а как это у меня? А где моя внутренняя, так сказать, где мое внутреннее я, как я его ощущаю? Поэтому можете задавать вопросы. Только, пожалуйста, пишите просто, для того, чтобы я могла сразу ухватить, потому что чат, вас очень много, и чат бежит очень быстро, да? Пишите вопрос конкретно, без здрасти, без вот, ну, то есть просто суть вопроса. Тогда я смогу его выхватить глазами, то есть если я буду опускать глаза, значит, я читаю ваш чат. Потому что мне, я вас не вижу, я вижу только маленькую, так сказать, дырочку в камере. Вообще-то я люблю работать с залом и с живыми людьми, поэтому давайте сделаем наш эфир живым, и давайте, скажем так, давайте начинать. Итак, поставьте, пожалуйста, слайды. Как и кто управляет нашим мозгом? Дальше. Вот мне очень понравилось вот это вот выражение Эмма Филлипса. Раньше я считал, что мой мозг самый главный орган. Но затем я задумался, постой-ка, кто мне это говорит? Так вот, мозг – это единственный орган, который сам себе дал название. Потому что всем остальным органам мозг дал название, а вот кто дал название ему, вот это вот непонятно. Поэтому мы должны понимать, что очень много вопросов есть, на которых у нас нет ответа. На какие же вопросы у нас нет ответа? Значит, ну первое, что такое ум? Мы постараемся ответить, и мне интересна ваша версия. А что такое омега? Ну, понятно, омега – это ум эгоиста, человек, который думает только о себе. Что такое разум? Разум и ум – это абсолютно разные вещи. А что такое сознание? Это вообще тайна за семью печатями. Сознание – это мы или это не мы? Это совместное знание кого-то с кем-то или наше знание?
Откуда приходят мысли? Мы говорим, о, мне пришла интересная мысль. Вот вопрос, откуда она пришла, да? Вот мы тоже, давайте сегодня попытаемся разобраться с этим вопросом. Как мозг управляет нами, как работает память. Но память мы сегодня касаться не будем, потому что у нас есть обратная связь с вами, и вы заявили на следующий месяц уже очень важный вебинар по памяти, потому что мы сидели сегодня, спорили как бы с членами нашей команды, и значит, они проявили, ну скажем так, настойчивость. Нет, расскажите, что такое память, нет, расскажите. Я говорю, ладно, в следующий раз специально сделаем вебинар по памяти в следующем месяце, потому что наша память – это и есть мы. Нет памяти, нет нас. То есть человек стирается из этого общества. Как сделать так, чтобы забыть все плохое? Что такое мудрость и так далее? Вот сегодня мы на часть вопросов ответим. Итак, нервная система. Тончайшая колония клеток, которая проникла во все части тела. Если мы думаем, что головной мозг живет только в голове, мы глубоко ошибаемся. У нас есть спинной мозг, у нас есть вегетативная нервная система. У нас в каждой клетке есть нервное окончание. Представьте себе, вы посадили занозу, и эта заноза не даст вам жить вообще день, два, три, восемь, пока она не сгниет. Или вы наступили на что-нибудь острое, да? И понятно, что это не кожа отреагировала, а именно представительство нервной системы. Поэтому нервная система, она всемогущая, она всеобъемлющая, она всевидящая. Она находится везде, в каждой точке нашего организма. Вот сейчас уже нашли, что она находится в кишечнике. И что 95% серотонина, это гормон счастья, между прочим, выделяется именно в кишечнике. И поэтому, как мы говорим, путь к сердцу мужа лежит через желудок и так далее, и так далее. И много-много-много разных еще историй, которые дошли до нас, значит, так сказать, по наследству. Итак, человеческий мозг – это самое сложное устройство космоса. Сильнее человеческого мозга, мощнее вообще ничего в жизни не существует. То есть это настолько мощная конструкция, что все ученые мира пытаются сделать искусственный интеллект, пытаются сделать искусственный разум. Уже созданы роботы, уже во всех странах они апробируются. Уже созданы искусственные женщины, искусственные мужчины, помощники, искусственные адвокаты. И искусственные шахматисты, которые играют, так сказать, с настоящими шахматистами партии. И вопрос стоит о том, а может ли компьютер заменить человека? Но ученые, нейробиологи говорят, нет, не может и никогда не сможет. Потому что есть особенности, которые присущи только мозгу. Ну вот мы знаем, что в компьютере, например, фильтруется сигнал 0,1, 0,1, 0,1, там, он идет только по сущности 0 или 1, да? Так, а вот в мозге идет не только по сущности, а по интервалу, по качеству, по количеству, по скорости. Причем нейроны соединяются друг с другом по независящим ни от кого законам. Они, если представить себе мозг и взаимосвязи между нейронами, представьте себе восточный базар и представьте себе людей, которые перемещаются, связываются, говорят, покупают, возвращаются на место. Вот приблизительно такая же картина наблюдается в мозге. И там, казалось бы, невероятный хаос, но среди этого хаоса есть абсолютно четкие законы. И вот эти вот законы надо знать. Итак, особенности деятельности структур мозга зависят от нейрохимии нейронов. И я, к счастью, не психолог, я, к счастью, педагог и врач, и поэтому мы с вами будем говорить всегда, когда будем говорить о мозге, и о биохимии, и о биологии, и о нейробиологии, и о психологии в том числе, потому что любой врач, так сказать, может эту ненауку освоить. Итак, в этом количестве нейронов нет двух одинаковых. Эти клетки соединяются с друг другом и создают огромное количество взаимосвязей. То есть мозг – это не просто какое-то количество нейронов, это практически система взаимосвязи. Вот тут пишут, что звук плавающий, да? Пожалуйста, сейчас подрегулируют. На одном теле нервной клетки заканчиваются тысячи соединений от других клеток. То есть возможны какие-то совершенно невероятные вещи. Каждый день образуются на одном нейроне две связи и разрушаются. Поэтому сидит человек, к примеру, и решает математическую задачу. И вдруг на него упало яблоко. И в этот момент произошло рождение новой связи. И он говорит: «Эврика, приплыли, я отгадал».
Вот эти вот озарения создаются именно для того, и именно таким способом человек совершает совершенно уникальное открытие. То есть возникает связь, которой еще не было никогда в мозге. Но разрушаются две другие связи. И в этот момент человек может забыть навсегда что-то. И ему говорят, ты помнишь? Он говорит, нет, я не помню. Как будто бы этого никогда не было. Так вот, мозг — это удивительная такая конструкция. Она все время движется вперед и все время развивается. Поэтому вот именно развитие мозга требует условий. Итак, как и для чего развивался человеческий мозг? Мозг функционировал не для того, чтобы мы стали математиками, художниками, поэтами, для того, чтобы мы хорошо думали. Абсолютно не для того. Он развивался только для того, чтобы решать биологические задачи. Биологические задачи – это выживание в природе. Вот эта задача решалась миллионы лет. И, естественно, мы эволюционировали. Мы эволюционировали от обезьяны до человека. И это совершенно потрясающая история. То есть, что такое обезьяна и что такое человек, чем мы отличаемся от обезьяны, что у нас осталось, что у нас присоединилось новое, когда мы выглядим как обезьяна, а когда мы все-таки можем называть себя человеком. Поэтому очень важный вопрос. Я хочу вам задать первый вопрос. Напишите, пожалуйста, мне. Пишите просто, коротко, чем человек отличается от обезьяны. Кто-то может написать одно свойство, кто-то может написать, там, не знаю. Если не знаете, пишите, не знаю конкретно. Да? Мне нужно одно действие человека, одно действие, которое отличает человека от обезьяны, и которое явилось базовым стимулирующим моментом развития человеческого мозга. Представьте себе, что там 50 миллионов лет и больше обезьяны сидели на деревьях, да? Потом они спустились и оказались в благоприятнейших местах. Там было огромное количество пищи. И половина задач, таких как поиск пищи, у них отпала, потому что на Земле, не знаю, ага, знаю, духовностью, замечательно. Есть разум, вот, замечательно. Осознанность, потрясающий интеллект. Воля, интеллект, разум. Вот видите, вы сразу уходите в деятельность как бы коры головного мозга. А что позволило обезьяне стать человеком? Вот что позволило обезьяне тогда стать человеком? Вот была, жила обезьяна, ну, самая себе такая нормальная, и вдруг она стала человеком. Ну не вдруг, допустим, это на это ушло 10 миллионов лет, но что ее сподвигло стать человеком? То есть она стала музицировать или она стала рисовать картины. Кстати, обезьяны сейчас не умеют рисовать картины, да? То есть это очень серьезная такая история. Именно вот тот момент я хочу отследить, чтобы вы отследили, что сделало из обезьяны человеку. Есть совершенно четкие доказательства, что именно этот факт, так скажем, сделал толчок в сторону развития человека. Я вам потом его скажу, сначала посмотрю труд. Нет, труд нет. Это у нас есть такая, ну, такой анекдот. Труд сделал из обезьяны человека, да? Нет, если обезьяну сейчас заставить трудиться, ничего не произойдет. Значит, когда приматы решили проблему еды, естественно, они начали воевать, началась конкуренция, начались, так сказать, выяснения отношений, начался захват территорий. А у кого-то банан желтее, а у кого-то, так сказать, листья лучше, а у кого-то вода чище, у кого-то климат теплее. То есть обезьяны просто-попросту начали воевать. Чувства, ага, чувства, эмоции. Чувства, эмоции, да. Человек делится едой. Сергей, вы молодец, абсолютно точно. Но с кем человек делится едой? Со своими детенышами? Или с кем человек делится едой? У нас пока лидер Сергей Можаев. Молодец, потрясающе. Вот либо вы догадались, либо вы действительно очень умный человек. Вот, так сказать, да, действительно, как только обезьяна начала делиться едой, у нее начались химические, биохимические, механические, биологические изменения мозга. Потому что природа никогда, в природе животные не делятся едой, и собаки не приглашают друг друга в гости для того, чтобы поделиться сахарной косточкой. И вот с того момента, ага, речь, связь с другими членами другого рода. Нет, они очень замечательно общаются с другими членами на своем обезьяньем языке, на дельфиньем языке, на птичьем языке. Все общаются и между собой, и с другими. То есть и перьями своими там сигнализируют, что они злые и так далее. Поэтому не возникновение речи. Речь возникла уже потом, гораздо потом, да? Итак, правильно Сергей сказал, разум. Ну вот мы разберем сейчас, что такое разум, и будет понятно, что не совсем это. Итак, дальше. Значит, смысл заключается в том, что и у обезьяны, и у всех обезьян, которые были до того, были первичные животные инстинкты и рефлексы. Кстати,
когда, мне кажется, эта обезьяна произошла от человека. Нина, ну молодец. Ну, дело в том, что может быть, конечно, и так, но на всякий случай ученые будут с вами спорить. Мы сейчас, мне вообще хотелось бы, чтобы мы были творениями Бога. Мне вообще хотелось бы, чтобы в нас была какая-то инопланетная история. Но пока мировое сообщество все-таки придерживается роли, что мы все-таки произошли от обезьяны, потому что никто не доказал обратное, никто не видел, как бы, так сказать, каких-то других историй. Так вот, первичные животные инстинкты и рефлексы, выживание, безопасность, размножение, питание, дыхание, движение, очищение, терморегуляция и еще, кстати, других 18 органов чувств. Напишите, пожалуйста, сколько вы органов чувств знаете, потому что я, например, в институте изучала 5 органов чувств, да, и по сути дела я была твердо уверена, что у человека 5 органов чувств. И когда я узнала, что у них 18, я была, честно говоря, шокирована. Возможность творчества, но не Бог. Ну да, согласна. Обезьяне нужно освободить руки, и она встала на ноги. Ну, замечательно. То есть потрясающая история. Ну, даже не знаю, что ответить, но, вы знаете, у нее и там руки, и там. Когда у меня в Индии обезьяна пробралась в комнату и отбирала у нас косметику, то мы у нее вырывали из рук, она перекладывала это в ноги. И у нее абсолютно, так сказать, нет ног, у нее 4 руки, вот, ну, судя по тому, как она ими хватает, да? Значит, так. Прекрасно видно и слышно, в Сурала, ну, замечательно. Итак, дальше. Но, значит, в тот момент, когда обезьяна становилась человеком, сформировались 3 генеральные задачи выживания в природе. Я вам, чтобы долго не томить, скажу вам, что обезьяна начала потихоньку становиться человеком тогда, когда она вынуждена была жить в группах, в больших и в неродственных группах. То есть, когда обезьяна делится плодами с родственниками, со своими детенышами, ну даже с родственными детенышами, это нормально. Так делают все животные, и все животные воспитывают и кормят своих детей. Но вот, когда обезьяна вынуждена была за счет вот этих междоусобных войн, за счет, так сказать, борьбы за территорию, за выживаемость, жить большими стаями, такими уже защищать, начинать дом, уже начинать, так сказать, что-то каким-то образом, так сказать, взаимодействовать, вот начала развиваться лобная доля. До этого у обезьяны не было лобной доли, и начала развиваться лобная доля коры головного мозга. И вот эта, собственно, лобная доля коры головного мозга начала развиваться в основном у самок, потому что они должны были ухаживать за детенышами, они должны были взаимодействовать, они должны были, ну как бы, наводить порядок вот в этих, ну, поселениях, и у них начался резкий рост вот этой лобной доли. Во-первых, началось увеличение размера мозга, и это тоже очень характерно, да? Так вот, мы сейчас имеем мозг гораздо больше по объему, чем обезьяний, за счет вот этих вот лобных долей. Так, у человека с рождения присутствует только 5 чувств: осязание, обоняние, вкус, слух и зрение. С возрастом 6-й орган чувств равновесия, положения в пространстве. Угу, духовный орган. Нет, ну не совсем так. Вот есть у нас, например, еще орган линейного ускорения, да? Орган линейного ускорения. Вот, посмотрите, что это такое. У нас есть орган вибрации, например, орган чувствительность вибрации, да, и это не совсем кожа. Ну, то есть, мы, как, раз вы не знаете, мы поговорим, сделаем отдельный вебинар по органам чувств. Это очень интересно, вообще потрясающая история. Значит, но их действительно 18. Итак, 3 основные задачи выживания в природе. Вот, магнитного, гравитационного, энергетического полей. Да, абсолютно точно, Сергей, есть такое дело. Итак, 3 главные задачи выживания. Потребности, желания, еды. Обратите внимание, потребности, желания. Вторая задача – потребности, желания, секса. То есть размножение. Не вопрос секса, а вопрос продления рода. Потому что иначе космическая задача была бы не выполнена. И потребность и желание доминирования. То есть что такое доминирование, мы поговорим с вами попозже. Все. Это 3 базовых инстинкта, которые есть у человека и которые достались нам конкретно от обезьяны. Итак, задачи мозга. То есть мозг начал ставить перед собой новые задачи. Ну, если это, конечно, он сам, да? Получить и усвоить информацию о внешнем мире, о природе, о природных явлениях. Приспособиться к окружающей среде или приспособить ее для своих нужд. Научиться управлять своим телом, эмоциями и мыслями. И в результате общаться с себе подобными. При этом он сначала использует мимику, жесты и так далее. И, наконец, язык. Наконец появился язык. Это был язык общения. Но, опять же, хочу сказать, кстати, напишите мне, пожалуйста,
для чего нужен язык? Вообще, для чего нам нужен язык? Вот у нас есть буквы, у нас есть слова, у нас есть 33 буквы, их было больше, сейчас их меньше. Вот главная такая версия ваша, для чего человеку нужен язык? Да? Вот, и мне очень хочется посмотреть, в какую сторону вы пойдете, потому что я точно знаю, для чего человеку нужен язык, а, так сказать, оказывается, ну, многие этого не знают. Итак, задачи мозга, они начали совершенствоваться, потому что, когда рождается ребенок, у него все то, что было у обезьяны, передается ему. Да, абсолютно правильно вы говорите, абсолютно правильно, язык нужен человеку для того, чтобы думать. И человек думает на языке, он систематизирует на языке, он классифицирует. Например, мы приходим в лес и смотрим, деревья, о, сосновый лес, а вот среди соснового леса береза. То есть вот это все язык. То есть человек может быть немой, но он все равно будет думать словами. Поэтому язык — это прежде всего классификатор. Речь — это уже вторично, то есть воспроизведение языка. Даже немой человек, он может думать языком. И вы правильно сказали, язык нам нужен для того, чтобы классифицировать и систематизировать предметы. Ну, конечно, потом для коммуникации, безопасности, развития, все абсолютно так. Итак, мозг начал развиваться. И, значит, и человек как бы начал, ну, скажем так, не успевать за своим мозгом, да? Период выкармливания, он у всех совершенно разный. Но у нас существует план развития мозга. До 5 лет мозг находится в абсолютном развитии, в копировании. Он находится в запечатлении впечатлений, он находится в поглощении знаний. Значит, когда не развита еще кора головного мозга, ребенок проявляет все свои истинные предназначения. Поэтому японцы воспитывают ребенка до 5 лет. Они дают ему всевозможные предметы. Они выявляют, каким образом он с ними работает. Они дают мальчику сначала, там, я не знаю, ну, пистолет или там, меч или что-нибудь. Если мальчик не проявляет это, значит, не воин. Если мальчик в детстве не брал машинку, не брал, значит, это мальчик пойдет совершенно по другому пути. Точно так же девочка. Она обязательно должна брать какие-то предметы неосознанно, то есть раскрывать свою подкорковую генетическую вот эту вот наследственность. Вот я, например, в детстве, моя любимая игрушка была это, значит, сумочка доктора Айболита, которую мне подарили на Новый год, но когда мне было приблизительно 3 или 4 года, может быть, кто-то уже слышал, я даже в интернете мне как-то это улыбнуло, я рассказала, что я невероятно любила этот вот сундучок доктора Айболита, там был огромный шприц такой вот большой, там была трубочка, я ходила практически по комнате всегда в этой трубочке, шапочка была с красным крестом, и то есть мне ничего такого, для меня ничего лучшего в жизни не было, как вот эта вот моя сумочка Айболита. Естественно, там был большой шприц, и я набирала из ведерка воду, и мне обязательно надо было делать уколы, прокалывать. Но сначала я прокалывала зайцев, но они очень быстро набирались водой, потому что шприц такой достаточно большой был, вот приблизительно как в «Кавказской пленнице». А потом я начала прокалывать клубки. У меня мама вязала, и у нее были целые такие ведра с клубками. А, значит, вот видите, и Таня Курилова лечила куклам зубы. Стоматолог сейчас. Да, абсолютно точно. Да, Сережа, именно диван залила. Значит, и у мамы долго-долго лежали корзины с клубками. Я даже рассказывала, что когда к нам пришли гости и сели на диван, у нас был диван был весь мокрый, он долго-долго не мог высохнуть. Он практически, наверное, полмесяца сох, потому что все там внутри промокло. А когда я разговаривала с другими, они играли в принцесс. Вот представьте себе, кто-то играет во врачей, а кто-то играет в принцесс. А я думаю, ну что же я в принцесс не играла? У меня же тоже были наволочки, тюли, все такое. Вот надо было в принцессу играть. Чего вот я во врача играла? Мне сразу же в интернете откликнулись люди, которые играли в учителей. Откликнулись люди, которые играли там в разные другие, такие интересные всякие. Ну, в общем, кто во что в детстве играл, родители должны были смотреть. Поэтому это очень важно. Наблюдайте, пожалуйста, за своими детьми. Особенно если ребенок до 5 лет, перед вами открытая уникальная книга. И вы обязательно должны разгадать вот эту тайну великую, которую вам Бог доверил. Потому что до 5 лет ребенок раскрывает все свои предназначения. И если мы неправильно угадаем предназначение ребенка, мы, по сути дела, испортили ему жизнь. Итак,
У нас на подсознании записана огромная информация. Посмотрите сейчас вот на эту картиночку. Внутри, Ирина, две самые продвинутые древние обезьяны смогли эволюционировать в человека. Отсюда началось человеческое генеалогическое дерево. Другим не удалось. Сколько они ни старались, так и остались обезьянами. А нам всем очень повезло, так как нашлось пару надежных обезьян, которые вывели нас в люди. Андрей, абсолютно с вами согласна, потому что кто-то эволюционировал. Потом я вам расскажу еще одну интересную очень вещь, которая, в общем, крышу срывает. Напомните. Итак, подсознание. Обратите внимание на вот эту черную улитку, которая находится внутри вот этой желтенькой, картиночки. Да? Это рептильный мозг. Этому рептильному мозгу 100 миллионов лет. И там записано все, что касается нашего выживания. Инстинкты, дыхание, пищеварение. Потому что мы же не думаем об этом. Кстати, йоги, которые пытаются контролировать пульс, контролировать давление, они напрасно тратят свое время. Этого делать не надо. Они отвлекают огромное количество мозговых ресурсов на то, чтобы заниматься совершенно ненужными вещами. Следующая белая зачерченная, лимбический мозг, ему 50 миллионов лет. Лимбическая система – это система, где живут чувства. Там живет радость, там живет страх. Я потом немножечко расскажу. Вот это называется подсознание. То есть это потрясающая вещь. У нас с вами будет когда-нибудь, или в следующем месяце вебинар по подсознанию. Я когда изучила эту тему, я вообще уже 3 месяца сижу и круглосуточно изучаю информацию по мозгу. И наступил такой момент, когда она у меня начала систематизироваться, потому что сначала я просто даже не могла понять, а как разобраться в этом. Столько информации. Сейчас существует 3000 книг по мозгу, то есть перечитать их практически нереально. Но я очень быстро читаю, систематизирую, выписываю, то есть и поэтому мне вот кое-что удалось. Вы можете пойти моим же путем, просто сесть и начать читать книги про мозг. Но, к сожалению, на это уйдет колоссальное количество, полжизни на это уйдет. Итак, лимбический мозг, мы о нем поговорим, там живут наши чувства. Там вырабатываются гормоны страха, гормоны радости, гормоны привязанности, гормоны любви, гормоны ненависти. То есть вообще у человека огромное количество гормонов, и по сути дела это все наши эмоции. Да? И у нас есть кора. У нас есть кора, которая называется неокортекс. Это вот это желтое пятнышко, оно вот называется неокортекс. То есть все, что находится черно-белое внутри, это подсознание. Это самая древняя часть мозга. И подсознанием мы управлять не можем. И самое главное, что это подсознание управляет нами определенным образом. И воспользовавшись этой информацией, мы должны интерпретировать. То есть кора головного мозга не может быть ни счастлива, ни радостна, ни пугаться, она ничего не боится. Она получает сигналы из подсознания. И только тогда она начинает их интерпретировать. Вот это вот потрясающая вещь. Савельев Сергей в Ютубе. Сереж, вы правильно пишете. Это совершенно потрясающий нейробиолог, которого, кстати, очень сильно критикуют. Но, тем не менее, мне очень нравится его работа. Я изучила все, что он публиковал, все, что он делал. И, в принципе, я по большей части с ним согласна. Но есть и другие мнения. Этих мнений очень много, да, начиная там от Платона и, уходя туда, потому что мозг изучали все и во все времена. Дальше, пожалуйста. У нас трехэтажный мозг. То есть Пол Маклин, один из великих ученых, этот мозг назвал трехэтажным. И я вам советую делать так же, потому что если вы начнете изучать просто нейрологию или нейробиологию, или анатомию, у вас на это уйдет колоссальное количество времени. 7 лет учат в медицинском институте, люди выходят по нервной системе, вообще ничего не помнят. Поэтому лучше запоминайте простыми конструкциями. Хороший вопрос, Андрей, откуда обезьяны взялись? Очень хороший вопрос, который ставит вообще в тупик всех ученых. И так как я не антрополог, я сейчас в эту дискуссию не пойду. Я интересовалась, я тоже задала этот вопрос. Что первее, яйцо, курица, да? И посоветуйте, пожалуйста, книгу, с которой надо начать изучать мозг. Так, вы знаете, вот сейчас сходу не отвлекусь, но я посоветую. Так, буддисты считают, что в подсознании скрыт весь опыт прошлых жизней. Абсолютно точно они считают. Причем подсознание – это настолько мощная копилка знаний, что нам бы расшифровать его, и мы были бы абсолютно счастливы. Но, к сожалению, между корой и подкоркой существуют очень сложные отношения. Очень сложные. То есть вот мы сейчас будем в эту сторону как раз пробиваться. Итак, неокортекс. Неокортекс – это кора головного мозга, и в ней формируется наше «я». Каждому из нас очень важно понимать,
от чего именно у нас возникают положительные эмоции. Кстати, сейчас уже нашли позитивные нейроны и негативные нейроны. Это последняя самая информация. И есть люди, у которых больше позитивных нейронов, а есть люди, у которых больше негативных нейронов. И поэтому нейроны надо как бы культивировать, выращивать. Их надо, вот эти связи надо строить. И поэтому, если человек все время думает о плохом, то, естественно, у него будут активированы именно отрицательные нейроны. Поэтому надо думать о хорошем, потому что положительные эмоции, они очень кратковременны. А вот негативные эмоции — это хронические, длительные, постоянно вяло текущие. И по ним, если импульс зациклился, то вырвать его, человека из лап вот этих негативных эмоций, очень-очень сложно. Напишите так: человек сотворен Богом, и в классе Бога, причем же здесь обезьяны? Галочка, я бы очень с вами хотела согласиться, абсолютно точно, но существует еще несколько десятков тысяч ученых-антропологов, которые, так сказать, четко, абсолютно по генетическому коду много уже десятков, сотен лет доказывают, что мы все-таки произошли от обезьяны. Поэтому, ну вот, да, как нас Бог создал, никто не знает, и ребро там, это все, это достаточно как бы сложное. Но мне тоже очень хотелось бы, чтобы мы были божественными творениями. Но, к сожалению, мы ведем себя как глупые обезьяны, потому что иначе откуда столько людей, которые уничтожают планету? Если бы Бог нас создал, мне кажется, Он бы создал нас, ну, как-то в наилучшем таком варианте. Да? Была затронута теория эволюции, а через 10 минут упоминание о нашем Творце. Как-то непонятно. Ну, теорию эволюции тоже кто-то сотворил. И Дарвина кто-то сотворил, и обезьяну кто-то сотворил. Поэтому, вероятно, все-таки, если есть твари такие, вот условно говоря, такие, как мы на себя называем, знаешь, кто есть Творец или хотя бы законодатель. Да? Ведь вопрос был задан еще в начале, кто сотворил обезьяну. То, что, допустим, из обезьяны произошел человек, это да, но кто сотворил обезьяну? Вероятно, кто-то этим творчеством занимался, потому что очень даже неплохая обезьяна получилась. Итак, от чего зависят положительные эмоции? Положительные эмоции зависят всего от трех факторов. И эти факторы, они очень серьезны в жизни. И постарайтесь их запомнить, выписать и постарайтесь знать их. Первое – это наличие близких людей, действительно близких людей. Второе – удовлетворение жизненных потребностей. Удовлетворение жизненных потребностей. Таких потребностей много. Перепишите свои жизненные потребности на листочек, ничего не забудьте. У одного человека их 10, у другого 75. И поэтому одному человеку будет достаточно, потому что 10 потребностей реализуются, а другим все время будут недостаточно. Дарвин отказался от теории эволюции, это исторический опыт. Но, Галя, напишите, пожалуйста, какая другая есть теория, которую принимают ученые, потому что Дарвин-то отказался, а ничего другого-то не предложили, да? Ну, во всяком случае, давайте изучать нейробиологию, идите прямо в те места, где эту нейробиологию преподают. Но пока нет другой версии, к сожалению. Я же говорю, что я с вами согласна. Я за то, что нас создал Бог. Я за то, что мы прилетели с других планет. Я вообще за то, что мы уникальные создания. Но вот, к сожалению, пока генетика у нас с обезьянами совпадает. И успех. Значит, позитивные эмоции зависят от успеха, но хочу обратить ваше внимание, от успеха только в тех сферах, которые для человека действительно являются значимым. Потому что кто-то скажет другому: слушай, ты будешь лучшим футболистом, а другой говорит: да, я не хочу вообще быть никаким, ни лучшим, ни худшим, вообще не люблю футбол. Да? Поэтому вот положительные эмоции зависят от трех факторов. И это опять же, я педагог, я как бы системный методолог здоровья, и поэтому я пользуюсь теми данными, которые дает нам нейробиология, нейрохимия, анатомия, физиология и все другие науки, в том числе и те науки, которые, так сказать, появляются в последнее время. И поэтому вот эти вот три фактора системно люди выделили, потому что если вы, так сказать, еще лучше, одни от обезьян, другие от богов. А Сергей, вы от кого произошли? Давайте тогда так, более конкретно. Ну, я согласна, что я, может, произошла от обезьяны. Если найду на себя похожую обезьяну, я, может быть, соглашусь. Так, будем верить тому, кто создал Вселенную или человеком. Ну, понятно. Положительные эмоции зависят от самочувствия, да. Ну, смотрите, мнения ученых разделились. А самочувствие от чего зависит? От положительных эмоций, да? Возникает порочный круг. Чем лучше у нас эмоции, тем лучше у нас самочувствие, как я сам себя чувствую. Вот. Итак, ну давайте пока говорить как ученые. От трех факторов наличия близких людей, если человек очень хорошо себя чувствует, но у него нет близких людей, то позитивных эмоций у него гораздо убавится. И все-таки есть успехи, в том числе социальные.
Итак, мы разобрались с трехэтажным мозгом, да? Давайте разберемся с функцией подсознания. Я сейчас говорю то, что говорят ученые. Вы можете иметь свою точку зрения. И, кстати, я не думаю, что она может быть неправильна. Просто ее надо доказывать, ее надо отстаивать, и каким-то образом на нее можно будет опираться, да? Отличие мозга мужчины от женщины, я вам расскажу. Итак, функции подсознания. Вот это уже серьезно. Функции подсознания выделены учеными абсолютно точно. Итак, первое. Подсознание осуществляет управление всеми жизненно важными функциями. Дыхательное, пищеварительное, кровообращение, лимфатическое, выделительное. У нас около, приблизительно 35 функций. И вот за них отвечает подсознание. То есть посмотрите, вот там внутри мозга, вот сверху, лежит маленький-маленький ребеночек. Это называется примитивный мозг. Но он не такой примитивный на самом деле, как мы думаем, но тем не менее он отвечает именно за это. Второе, он записывает в себе все события впечатленные. Все, абсолютно. Произошедшие, полученные в течение всей нашей жизни, а также связанные с ними мысли и чувства. Еще раз, записывает все, абсолютно, полученные события, а также наши мысли и чувства. Вот это очень важно. То есть все, что с нами происходит, навсегда, навечно записывается в подсознание. И в стадии гипноза это может быть вытащено, просмотрено, прокручено и так далее. Никогда ничего не забывает. Хранит весь прошлый опыт, не только наших жизней, но и весь опыт, который находится в жизнях предыдущих поколений. 1 000 000 000 никто не знает. Да? Оказывает влияние на поведенческие реакции. Особенно в ситуации неопределенности и риска. То есть на реакцию, которая возникает внезапно, мы реагируем подсознанием. Причем там уже есть опыт реагирования. И если вы все время боялись, то вы будете бояться и дальше. Потому что кора не контролирует функцию подсознания. Она может дружить с подсознанием, но для этого нужен определенный навык. Поэтому и гнев, и злость, и страх, и сексуальное желание – все живет в подсознании. И человек иногда, например, мужчине нравится какая-то женщина, да, допустим, и он даже не может понять, почему она ему нравится. Ему говорят, да нет, она тебе не пара, она не такая, вот какая-то не такая. Или, например, девушке нравится мальчик, да. Мама ей говорит, да ну что ты посмотри, это вообще совершенно тебе не пара. Но девочка абсолютно не будет маму слушать, потому что в подсознании уже определились, все, это мой человек, я буду его любить, я с ним буду счастлива, я с ним нарожаю очень хороших, замечательных детей, 8 штук, и у нас все будет хорошо. А мама в этот момент, у мамы подсознание в этот момент как бы не работает. Мама корой головного мозга анализирует, что там происходит, и она говорит, не пара, не пара, не пара. И когда действительно всплывает, что не пара, она говорит, вот видишь, я же тебе говорила. Да? Поэтому подсознание, так, Австралия написала, как выглядели лица ранних предков, невозможно поверить, а значит достоверно осознать. Угу. Ученые ориентируются на современных обезьян. Я скажу так, Андрей, это, конечно, может быть такое, но, во всяком случае, я не буду с вами спорить, я не биолог, я не нейробиолог, я тем более не антрополог, но вот в мире существует стандартная версия, мы произошли от обезьян, ее изучают там в десятках, сотнях, тысячах медицинских институтов, да, конечно, если у вас своя версия, это замечательно. Итак, может заставить человека остановиться, подсознание. И не предпринимать никаких действий из-за боязни совершить ошибку. Например, вы говорите, я хочу изменить свою жизнь. Да? А подсознание говорит, ничего у тебя не получится. Там, твои родители жили в нищете, там, твои предки жили в нищете, ничего у тебя не получится. И человек останавливается и говорит, да, я не буду изменять свою жизнь, я буду жить так. Человеку не нравится работа. Он сидит на ней до конца жизни, потому что подсознание говорит, ничего у тебя не получится, потому что ни у кого не получилось, вот из нашей деревни все тут живут и так далее. Поэтому подсознание это очень мощная вещь. Но там живут две абсолютно противоположные субстанции. Там живет радость и там живет страх. Посмотрите вот лимбическую систему, это тоже подсознательная система, то, что обозначено красным, да? Органы лимбической системы, это абсолютно уникальная история, это гиппокамп, это гипоталамус, это гипофиз, это миндалевидное тело, там огромное количество центров невероятное, и вот в этих центрах вырабатываются гормоны радости. Я сегодня не буду рассказывать ни про гормоны радости, ни про гормоны страха, я сегодня буду рассказывать про три основные жизненные стратегии, про еду, про
желание размножения и продоминирования, потому что именно это управляет, так сказать, нашими эмоциями. А вот уже дальше выясняется, это было хорошо или это было плохо. И кора головного мозга начинает анализировать. Итак, страх и любовь, и радость живет именно вот в этой красной зоне, которая называется лимбическая система. А внизу, вот та, которая была черненьким, покрашена вот на предыдущем слайде, да, там живет дыхание, пищеварение. То есть на втором этаже живут эмоции. Именно на втором этаже. Функция лимбической системы производит биологически активные вещества, нейромедиаторы. Они подсказывают человеку, вот это для тебя хорошо. Или опасно. Избегай этого. Это наш древний мозг, мозг млекопитающих. То есть она побуждает систему к действиям. Дальше. Гормоны страха живут точно там же. Посмотрите, где живет страх. Вот это вот желтое миндалевидное тело, такой как миндальный орех. Вот это вот голубая чувствительная кора, гипоталамус и гиппокамп. Вот эти маленькие голубенькие центры. Это древнейшая эмоция, повышающая шансы организма на выживание. У нас был семинар по страху. И это совершенно потрясающий был семинар. Пересмотрите его, пожалуйста, кто не был в прошлый месяц. Потому что 80% своих поступков мы делаем из страха. И только 20% мы делаем из радости. А кто-то 10, а кто-то 5, а кто-то 0,3. А 98% идет из страха. Поэтому мы точно должны знать. Если не про себя, то хотя бы про своих родителей, про своих детей, про своих животных, потому что у нас и животных абсолютно все совпадает вот на этом уровне. Итак, выделяются гормоны. Я опять не буду сегодня рассказывать про гормоны, я только упомяну, что у каждого гормона есть позитивная и негативная сторона. Вот у нас есть гормон, например, кролика, это адреналин, это гормон страха. У нас есть гормон, например, льва, который вызывает агрессию, который заставляет людей убивать других людей, который организует войны, который заставляет людей быть агрессивными. Кстати, мозг террориста – это абсолютно четкая структурная генетическая конструкция. Из хорошего человека террориста сделать невозможно. Террористам надо родиться так же, как гением, так же, как добрым человеком, так же, как адвокатом, так же, как прокурором, так же, как строителем, так же, как врачом, так же, как музыкантом, так же, как, например, художником. Из простого человека сделать художника невозможно. Его можно обучить, он будет сносно рисовать, но это невозможно. Почему, я вам расскажу дальше. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то уникальные проявления таланта, вот уникальные какие-то, например, кто-то напишет, ну, допустим, я художник или люблю рисовать, кто-то напишет, я люблю, например, музицировать, кто-то напишет, я люблю, например, борьбу, там, я не знаю, джиу-джитсу или еще какую-нибудь, кто-то напишет, я люблю там ухаживать за животными. То есть вот есть ли какое-то свойство, какое-то качество, которое вы любите больше всего, которое доставляет вам какое-то истинное наслаждение, которое вы отследили. Ну, может быть, кто-то любит ухаживать за цветами. Вот я не люблю, например, ухаживать за цветами. А я потом объясню, с чем это связано. Чем больше люблю, вы напишите. Так, я люблю готовить. Игорь, ой, потрясающе, боже, какое счастье, когда мужчина любит готовить. Это просто такой мужчина, его вот, ну, я не знаю, там, да, люблю обучаться, уникальные орхидеи, люблю учиться. Так, решаю сложные вопросы на любом уровне, управление. Люблю учиться. Угу. Ну, учиться и учить, или просто учиться. Поглощать, надо периодически отдавать, да? Люблю делать свою девушку счастливой. Боже, Сергей, какое счастье, а? Таких мужчин просто вообще один на миллион, который любит свою девушку делать счастливой. Мы могли просто написать «люблю свою девушку», да? Но это было бы обычное потребительство своей девушки. Но так как вы добавили «делать ее счастливой», это уже говорит о том, что вы очень продвинутый человек. Это потрясающе. Значит так, исследую прошлое. Ага, кстати, вот есть люди, у которых очень четко предназначение исследовать прошлое. Они идут в археологи. Меня, например, прошлое вообще как бы не интересует. Я, например, люблю исследовать будущее, да? И вообще у каждого человека есть какое-то несколько каких-то слов,
значит, вот в предназначении, которые являются базовыми для их конструкции. И каждому человеку обязательно надо знать эти слова. Обязательно надо знать эти слова, потому что 2-3 слова в жизни человека определяют его сущность, определяют его качество, определяют его предназначение, определяют его высшую, так сказать, высшую способность реализовать, определяют вот этот вот талант, который дал ему Творец. Я не думаю, что таланты нам достались от обезьяны, поэтому, скорее всего, что все-таки Бог когда-то сотворил обезьяну, да? Потом она прошла какие-то вот эти вот истории, но мне ближе все-таки, что нас создал Бог и дал нам таланты, одновременно с тем он нас создал, да? Итак, со счастливой женщиной будет и мужчина счастлив. Спасибо, Ольга. Да, ну, абсолютно точно. Вот это вот суть самая такая, что сделать женщину счастливой и будешь счастлив всегда сам, да? Помогать друзьям. Вот, абсолютно, Лидия, точно. Вот у меня два слова есть. Мои базовые, которые могут нравиться, могут не нравиться людям, но они у меня внутри отражают сущность моей жизни. Первое слово у меня скорость. То есть это не есть, что самое хорошее слово. Да, быстро делаю, быстро переделываю, быстро, как сказать, быстро обучаюсь, быстро забиваю, там, быстро, все быстро, да. И второе базовое ключевое слово, мое такое вот сущностное, это помощь, да. Вот я сколько в жизни себя помню, у меня всегда была помощь. Всем, всегда, в любую минуту, днем, ночью. То есть для меня помощь является какой-то вот такой вот базовой конструкцией, как нифига себе, все людям, да? Вот у меня вот это вот есть такое. И естественно, я выбрала быть врачом. И не просто врачом, а врачом скорой помощи. То есть я все делаю быстро, я быстро готовлю, я быстро убираю, я быстро сержусь, я быстро отхожу. То есть, ну вот эта вот скорость, она у меня заложена в базовой комплектации. А у кого-то в базовой комплектации, попытайтесь вытащить свои два слова, да? У кого-то в базовой комплектации заложена аккуратность, да? Вот у меня, например, сестра, которую я очень-очень люблю, у нее заложена аккуратность. То есть у нее все по полочкам, у нее там все там носочком к носочку такое, значит, и порядок. Поэтому она бухгалтер. Поэтому она бухгалтер, то есть у нее все циферки, буковки в одну строчечку, там, она помнит, что у меня 15 лет назад или 20 лет назад, какой у меня баланс был в предприятии, ну и так далее, да. Если мне сказать, сделай что-нибудь аккуратно, у меня даже в голове такого слова нет, вообще нету этого слова. Я могу сделать быстро, я могу сделать качественно, я могу помогать. О, пунктуальность и быстрообучаемость, пунктуальность, да. У кого-то слово перфекционизм, у кого-то слово, так... Радость, порядок, помощь. Замечательно. Вы еще радость от этого получаете. Ну, замечательно. Слов может быть не два. Я сказала минимум два, да? Слов может быть 18, но они должны отражать вашу сущность. Постарайтесь найти такие слова у ребенка. Вот сидит ваш маленький ребенок, ему 3 года. И постарайтесь ему найти у него 3 слова, которые больше всего реагируют. Если это слово будет нытик, плаксик, если это будет какое-то еще такое слово, то надо срочно заниматься этим делом, да. Если это будет слово, например, благодарность, у некоторых есть слово благодарность, а у некоторых есть слово неблагодарность, у некоторых есть слово критика, они становятся прокурорами. Я не говорю, что прокурор это плохо, должны быть люди, которые, в принципе, критикуют и других людей, да, или, например, такая специальность есть потрясающая, литературный критик, да, вообще просто обалдеть. Сам ничего никогда не написал, но критикует Блока, критикует Пушкина, критикует Достоевского, там разбирается его жизнь, литературный критик. Но я вам скажу, что литературный критик должен очень много знать, потому что, чтобы критиковать достойно, он должен это все изучить. Но вот ему не лень, брать и, ну, условно говоря, критиковать, а можно сказать еще более грубое слово, всех подряд и так далее. Но у него такая базовая комплектация. Потому что, да, действительно, вот с чем родились, тем и будете. Человек, который родился критиковать, он не может не критиковать, он всю жизнь будет критиковать. Человек, который родился разрушать, он всю жизнь будет разрушать. Человек, который родился строить, он будет всю жизнь строить. Он построит, тот, который разрушать придет, разрушит, а этот снова строит, а этот снова разрушает. И, в общем, вот так мы разные, нас много. Поэтому, ну, обязательно надо знать, какая у вас базовая комплектация. Вот есть машина с базовой комплектацией, стеклоподъемники, еще что-то. А есть человек, машина – это бог с ней, а вот есть человек с базовой комплектацией. Причем, если у него в базовой комплектации заложены, ну, не очень качественные энергии, то над этим надо думать и хотя бы перевоспитывать. Люди меняются, по вашему мнению? По моему мнению, да, значит, так как я как педагог, вы меня немножко в педагогическую сторону уводите, я, по сути дела,
Я понимаю, как дух проявляется на земле, потому что я не отрицаю ни дух, ни душу, ни тело, а тело я тем более не отрицаю, потому что я врач. Но как педагог я занимаюсь интеллектом, у нас есть еще разум. Мы когда-нибудь сделаем более серьезное такое, потому что сейчас моя задача просто показать вам трехэтажность мозга и показать, как нами управляет вот этот трехэтажный мозг. Вот сегодня у меня такая локальная задача, да? А на самом деле дух имеет единственное проявление на земле. Он проявляется через характер. То есть если у человека характер злой, сварливый, трам-пам-пам-пам-пам-пам, то у него и дух такой. Но можно человека воспитать? Теоретически можно. Что надо делать? Надо воспитывать характер. Надо, если человек нытик, надо не ныть. Вообще существует 64 качества, я об этом говорила, да? И они все полярны. Вот, например, существует смелость, а существует трусость. Существует, например, у смелости безбашенность, а у трусости осторожность. И вот между ними такой тумблер есть нашего духа. И мы в любой момент здесь и сейчас можем быть смелыми, а можем быть осторожными. А можем испугаться, что-то сказать, я боюсь, я не хочу, я боюсь не за себя, я боюсь там за детей, я боюсь там за еще за что-то. Поэтому 64 качества из графита делают алмаз. Когда человек научится 64 качествами управлять, то он будет, творением, он будет излучать свет, он будет отражать, он его будет преломлять. А если человек кроме нытья в жизни ничего не знает, опишите свойства своего характера, и вы точно попадете на свойства своего духа. Мы рождены, чтобы измениться и вырасти. Да, нашей жизни не хватит для того, чтобы все 64 качества оттренировать, поэтому у нас много жизней по буддийским традициям и по всем, да, но тем не менее это уже немножечко другое. Итак, вернемся к нашему мозгу. Человека нельзя научить, абсолютно правильно, Таша, говорите, он может только сам научиться и измениться, если он захочет. Вы правильно говорите, научиться, то есть научить себя, обидеться. У человека невозможно обидеть. Он может только обидеться, обернуть беду на себя. Да? Точно так же и здесь, согласна. Слова несут великую вибрацию и, по сути дела, вначале было слово. Да? И когда мы говорим слова, за этими словами мы подразумеваем абсолютно четкие. Мы навешали ярлык, например, мы сказали «это мой друг». А друг не соответствует, он даже понятия не имеет, что такое дружба, да? И вы обижаетесь. А что обижаться-то? Он не знает, какая бывает дружба, вы ему объясните. Он говорит, не, я так дружить не согласен. Я думал, что когда мы с тобой дружим, это ты мне все отдаешь, я к тебе прихожу, забираю сумками, машинами, увожу, а ты говоришь, еще я тебе что-то должен. Не, я так не согласен. Поэтому о словах надо договариваться. Или вы говорите там своей там девушке, я тебя люблю. Она говорит, купи шубу. Ты говоришь, нет, не куплю. Ну а что, как ты меня любишь? А у нее совершенно другое представление о том, как должен человек любить. Поэтому в словах, за словами скрыты смыслы. Поэтому это самая великая история. Мы когда-нибудь поговорим, но это будет уже чисто педагогика. Сейчас мы все-таки идем в сторону трехэтажного мозга. Итак, следующий, пожалуйста. Вот у нас есть гормоны, да? Вот норадреналин, вот гормон льва, на минутку вам покажу. Это гормон страха, но у него есть позитивные качества. Он сужает сосуды, повышает давление, заставляет сердце чаще биться, он расширяет бронхи, он замедляет пищеварение, он придает силу, выносливость. Он так гормон страха, но на первых моментах он купирует чувство страха, то есть гормон льва, да, и человек становится агрессивен. То есть этим гормоном надо управлять, но, к сожалению, это не так просто. Он выделяется в лимбической системе, а нервная система, центральная кора головного мозга, она уже говорит, почему ты напугался? И возникает, так сказать, следующая история. Итак, как же устроен наш мозг? Смотрим. Значит, итак, смотрите, таламус. Значит, формирует наши ощущения в окружающем мире, анализирует информацию. Центр чтения, вот, например, есть, да? Первичный центр восприятия образов, зрительный бугор, вот этот красный, да? Запоминание образов в другом месте находится. Центр Вернике анализирует речь, да? Мозжечок, координация движений, гипофиз производит гормон роста и стимулирует деятельность половых желез, лобная доля. А вот посмотрите на вот эту вот уникальную лобную долю. Если меня подвинут, вы увидите даже то, что внизу. Значит, итак, лобная доля, командный пункт головного мозга. Она обеспечивает самостоятельность, инициативность, способность к критической самооценке, управляет поведением. В случае нарушений в работе превращается в центр лени. То есть никакой лени не существует, существует усталость. Центр Брока, воспроизведение речи и ораторское искусство там находится. Да? Гипоталамус, чуть-чуть ниже, командует чувством голода, это вот рептильный мозг. Насыщение, жажды, удовольствие, вырабатывает окситоцин.
окситоцин, гормон привязанности, который, кстати, вызывает влюбленность, контролирует сердечный ритм и кровяное давление. Так, вот меня спрашивают, вы проведете вебинар по теме эмоциональный интеллект? Ну, проведем, конечно, заказывайте, проведем. Так. Человек работает разрушительной программой, потому что мир лежит во зле. Ну нет, мир не лежит во зле, конечно. Дальше, пожалуйста. Мир не лежит во зле, зло лежит в нас. Скажем так, мир нейтрален. Итак, кора головного мозга. Посмотрите, кора головного мозга – это как смятая бумажка. То есть представьте себе ситуацию. Внутри рождаются эмоции, а кора говорит: «С чего бы это?» Человек говорит: «Я напугался». А кора говорит: «А чего ты боишься?» Или: «Я влюбился». «А зачем ты это делаешь?» То есть кора все анализирует. И когда анализирует, она должна четкий дать ответ. И оказывается, кора головного мозга, это установили уже десятки, сотни ученых, она разделена на зоны. И эти зоны называются цитоархитектонические поля. И эти, значит, следующий слайд. И цитоархитектонические поля, их 300. Вот представьте себе. Я вам просто дала, так сказать, посмотреть вот эту картинку для того, чтобы вы поняли, что вот на ней обозначена кора головного мозга. Кора головного мозга. Смотрите. То есть огромное количество разных цветов. Каждое поле отвечает за какой-то вид деятельности. Причем, значит, это не... Так сказать, это не навыки, которые развиваются в течение жизни. Вот вы мне тут написали, что человек может изменить себя. Да, но жизни на это не хватит. Он уже менялся, он уже получил наследственность 10-100 миллионов поколений. И в этих поколениях записана информация, кем быть, каким быть. То есть наследственность, это называется геномная наследственность. Так вот, геномная наследственность у нас вот разделена на 300 вот этих вот тех-то архитектонических полей. Представьте себе, например, человек музыкант. Вот он родился, вот он с детства музыкант. Он берет дудочку, начинает играть. То есть минимум 10-12 полей отвечают за музыку. И если у человека эти поля не развиты, человек никогда не будет музыкантом. Минимум 30 полей отвечают за художественные образы. 30 полей. И человек с этими полями уже должен родиться. Огромное количество полей отвечают за какие-то навыки. И у меня монитор погас. И обязательно нужно, так сказать, знать, с какими навыками родился человек. То есть, если мы говорим, что есть наследственность, и эта наследственность, ну, скажем так, проявлена в виде генома, то мы говорим лишь о том, что по наследству человеку достались эти поля. И эти поля, они у нас абсолютно четко специфические. Мы когда-нибудь уйдем вглубь, и я вам покажу, как внизу устроены эти нейроны. Там целые слои, они уложены пакетами, они, так сказать, имеют проводящие пути, они взаимосвязаны между собой, они включаются, подключаются, они очень четко взаимосвязаны. Например, центр речи, когда человек поет и играет на гитаре, связывается с центром ритма. Центр ритма связывается с центром владения, так сказать, кистями левой и правой. Это центр владения кистями связывается с центром музыки. Центр музыки связывается с центрами, которые отвечают за запоминание ритма. Центр запоминания ритма связывается с центрами там, тона, тональности и так далее, и так далее. И только тогда появляется музыкант. Представьте себе, насколько сложная история. Поэтому, если вы вдруг ни с того ни с сего захотите стать музыкантом, художником, великим поэтом или каким-то, ну, невероятным дизайнером, модельером, то не факт еще, что это получится, потому что все это передается по наследству. Но, к сожалению, мы не можем, так сказать, общество не хочет выявлять талантливых людей. Почему оно не хочет это делать? Во-первых, оно боится. Сейчас существуют абсолютно четкие, скажем так, приборы для выявления гениальности. Четкие приборы для выявления гениальности. И эти приборы могут, обследовав всех людей, сказать: этот гений такого-то свойства, этот гений такого-то свойства. Но общество боится этого. Потому что
На самом деле это не настолько хорошо, потому что у нас наследование идет по олигархическому принципу. То есть папа генерал, дедушка генерал, прадед, прадедушка генерал и внук будет генералом. И если бы сейчас вот эту талантливую молодежь, у которой родилась вот с этими цитоархитектоническими полями, каким-то образом выявить, то наше общество могло бы сделать невероятные скачки. Но происходит наоборот. Происходит так, что самые смелые, самые ловкие, самые сильные, самые добрые уничтожаются, потому что они участвуют в войнах. Самые смелые идут защищать родину, их убивают, у них нет потомства. Самые сильные идут, так сказать, куда-нибудь строить, не знаю, там, какой-нибудь там, не знаю, бам, и там, так сказать, у них тоже мало потомства. А серость вот эта вот средняя, которая не высовывается, которая сидит тихонечко, она спокойненько размножается. И поэтому крайние вот эти вот талантливые зоны, они отсекаются. Или, например, вот если бы сейчас, например, кстати, в условиях человечества уже было такое, когда в одно время начали культивироваться инженеры, да? Эти инженеры начали строить и так далее, родили детей, целое потомство. И потом эти инженеры сделали французскую революцию, потому что они были уже недовольны. Это не я так думаю, это так говорят ученые, это так говорят социологи. Существует некий такой церебральный сортинг. Да? И этот церебральный сортинг, он присутствует, и это эволюция. Кстати, наш мозг сейчас весит уже на 200 грамм меньше, чем весил у наших предков, и это значит, что мы деградируем, то есть, а мы абсолютно реально деградируем. Талантовых людей считают опасными, они непредсказуемы, а нужны солдаты. Абсолютно точно, Юлия, вы говорите, прямо абсолютно точно. Вы знаете, про кортизол, Сереж, вы просите рассказать. Мы прошлый семинар, вот весь рассказывали про кортизол, у нас прямо огромные такие... Там слайды были, много слайдов было именно про кортизол, но это больше относится к чувствам. Давайте мы все-таки с мозгом разберемся. Итак, следующий, пожалуйста, слайд. То есть, если бы мы... Ну, вот там я вам показывала цифры, вы, естественно, ничего не поняли. Существуют такие карты мозга. И вот эти вот карты мозга, там лежит все. То есть, огромное количество людей, в основном перенесших травмы, было исследовано на вот эти вот, так сказать, ну, серьезные мозговые функции. Вот посмотрите, почитайте, да? Стремление к совершенствованию, утонченность. Или, например, подражание. Или агрессивность, остроумие. Посмотрите, где живет остроумие. Вот, то есть, говорит, есть шишка остроумия. Если у человека нету остроумия, все, сколько ему анекдотов не рассказывай, ничего он не будет понимать. Чувство меры. Вот, абсолютно. Представляете себе чувство меры? Время, чувство времени, порядок систем, счет, числа, оценка. Значит, оценка, влечение к вину и аппетит. Вот я абсолютно не пью, у меня вообще никакого влечения нет к вину и никогда не было. Да? Видимо, у меня эта извилина не развита. Приобретательские инстинкты и жадность. Это у меня тоже инсулина не развита. Надежда на будущее, самооценка и страх. Сознательность и справедливость. Вот это у меня развито, прямо переразвито. Кстати, если человека стукнуть по голове, ну я не знаю, именно в то место попасть, да, по темечку, там, где у него живет, он может раз и сразу потерять чувство справедливости, например, да. Как вообще определяли вот эти архитектонические карты, да? Люди, у которых во время травм автомобильных каких-то и так далее повреждался мозг, у них начисто выпадали какие-то функции. Естественно, очень многие ученые занимаются в мире систематизацией и развитием этих полей. Но Россия впереди планеты всей. Ни у кого нет таких точных карт, как есть у нас. Мы практически сейчас, кстати, этим коммунисты занимались, мы практически сейчас уже можем полностью исследовать человека, сказать, на что он способен, на что он годен, кем он будет. И вот сделав функциональную томографию, можно сказать, этот человек гений. И сказать, в какой области. Потому что если ему давать определенные задачи, у него на функциональной томограмме будут высвечиваться те зоны мозга, которые получают наибольшую кровь. И мы можем это сказать. Дружба, общительность, обратите внимание, смелость или дрочливость, да? Разрушительные инстинкты, половые инстинкты, любовь к жизни, исполнительность. То есть огромное... Так, прекрасное средство для похудения, отбить аппетит. Да, надо подготовиться и стукнуть тихонечко в темечко, где там живет вот этот центр насыщения. Да? Беспричинная паника и тревожное состояние – это лимбическая система. Мы сейчас говорим, не путайте, пожалуйста, про кору головного мозга. Кора головного мозга – это интерпретация сигналов лимбической системе. В лимбической системе у всех одинаково. Страх выделяется, любовь выделяется, привязанность выделяется, все. Прямо стройными рядами вот эти гормоны выделяются. Да? И мы, так сказать, обязательно с вами коснемся этого. Кстати, у нас следующие 27-28 января будут два основных вебинара, и это очень серьезные вебинары, потому что
Вот мы вот это рассказываем, это все интересно, все-все-все. Но значит, проблемы-то у нас не с тем, что мы не знаем, а проблемы с тем, что, у нас, что мы болеем реально. Да? И поэтому следующую тему по вашим просьбам. Мы делаем болезнь Альцгеймера. Как говорят ученые, это будет эпидемия, это будет чума человечества. Сейчас уже четверть населения после 65 лет страдает болезнью Альцгеймера. Это называется деменция, это называется старческое слабоумие. И начинать заботиться о себе, будете смеяться, но надо в достаточно раннем возрасте. Приблизительно с, ну я не знаю, с 30 лет. Потому что деменция — это не состояние старого мозга. Сейчас деменция наблюдаться будет раньше, цифровая деменция, деменция у детей будет. То есть мы будем об этом говорить абсолютно серьезно. Я вам дам потрясающие, невероятные данные про болезнь Альцгеймера. У нас у всех есть родители. И если, не приведи Господь, наши родители попадут в деменцию, это не обязательно прямые родители, это может быть родственники, там, братья, сестры, тети, дяди. У нас ведь огромные как бы родовые корни, и один человек может свести с ума всех остальных. То есть по данным ученых, вот я была потрясена, 75% людей, ухаживающих за людьми с деменцией, приобретают психологические расстройства. 55 из них приобретают депрессию, причем хроническую, вялотекущую депрессию. И многие сходят вообще с ума, потому что когда человек с деменцией, он может прожить очень долго, и нужны совершенно определенные способы общения. Нужно очень-очень много, и нужно проверить себя как можно раньше. Кстати, есть у нас продукты, уменьшающие агрессию, конечно. Кстати, напишите, пожалуйста, интересна ли вам тема деменции, потому что мы проанализировали все наши письма, мы же делали запросы, мы тоже изучаем ваш спрос. И большинство людей пишут: у меня, у родственников деменция, 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 у бабушки деменция, там, у родителей и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому это очень сложная тема, и я нигде ее не встречала системно. То есть мне деменцию пришлось изучать совершенно отдельно, потому что это серьезно. Это серьезно, и если вам сейчас чуть-чуть за 40, то уже надо реально начинать. Некоторые думают, что надо отгадывать кроссворды, это не поможет. Да? Нужно делать много разных мероприятий, и мы будем давать прямо причины, четкие алгоритмы. Я бы даже советовала потом вам эти алгоритмы выпечатать, чтобы у вас всегда была так своя собственная подборочка, что, где, когда, сколько, как общаться с этими людьми. С ними надо абсолютно по-другому общаться. Вот. Поэтому это очень серьезная тема. И, пожалуйста, приглашайте на нее всех, кто, так сказать, вам дорог. Потому что, если не приведи Господь, это с кем-то случится, то можете считать, что жизнь будет нарушена на очень серьезный срок и по очень серьезной причине. Следующее у нас будет, у нас два будет вебинара. 27-го у нас будет деменция, Альцгеймер. Значит, 28-го у нас будет стресс. Это потрясающая тема, просто невероятная. Я даже не знала, что она так интересна, потому что мы думаем, что стресс — это только негативное. Ничего подобного. Стресс бывает рабочий. Ну, в общем, очень много видов стрессов. И мы живем практически на острие стресса. И существуют абсолютно четкие противострессовые мероприятия. Нам нужно не просто бороться со стрессом, это вообще не поможет. И вообще даже говорить так бесполезно, что бороться со стрессом. Да? Когда вы узнаете природу, причину стресса, то у него вообще уникальная причина, я просто вообще была в шоке. Да? Так вот, бороться с ним бесполезно, он всегда нас победит. Нужны абсолютно, просто вообще в другую сторону. Поэтому на 27-е, на 28-е смотрите, записывайтесь, потому что у нас рабочая группа идет достаточно большая. И мы будем, у нас создано, будет закрытое сообщество, у них у всех есть личные кабинеты. Мы туда сбрасываем информацию и будем сбрасывать, потому что у нас проект не трехдневный, у нас проект достаточно долгий. И мы будем разбирать все, начиная от сосудистых заболеваний головного мозга, потому что я, конечно, педагог, и мне интересно вот то, о чем мы с вами говорим, но по основной специальности я, конечно, врач. И огромное количество больных людей просят вот именно эти темы, и я понимаю, что это очень важно. Итак, атласы мозга созданы, они есть. Они так, как записаться, вы пройдете потом в конце по, значит так, пройдете потом в конце по кнопке, попадете на страницу, прочитаете программу, страницу, все потом будете решать, думать. Так, верно ли утверждение психотерапевтов о том, что улучшая работу коры головного мозга, ухудшается работа лимбической системы наоборот? Нет, абсолютно неверно. Абсолютно неверно, интерпретируется. Лимбическая система работает по себе сама, ее невозможно ухудшить, невозможно улучшить,
она работает сама по себе. А вот кора головного мозга интерпретирует все то, что происходит в подкорке. Альцгеймер. Как жаль, что вы, увы, больны не мной. Шутка такая, да? Есть такая шутка, да? Значит, Губерман очень неплохо про Альцгеймера сказал. Но потом скажу. Значит, итак, какие продукты у нас остались для радости? О, Сережа, вы совершенно пока в другую сторону. Давайте разберемся с биологией. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, биологи шутят. Но, между прочим, так сказать, они не так далеко от истины. И вот переводные издания, так сказать, американских нейробиологов нашли четкие различия между мужским мозгом и женским мозгом. Да? Безусловно, вот я вам еще раз говорю, три вещи. Первая вещь – еда, желание еды. 50 слов заканчиваются. Ем, ел, еда. Победа, корень еда. Беседа, корень еда. И так далее, и так далее, и так далее. То есть огромное количество слов программирует нас на еду. Так сказать, еще большее количество слов программирует нас на секс. То есть по Фрейду оговорочки, да? То есть и у мужчин, и у женщин разные мотивации. Вы потом сможете пересмотреть эти слайды, я не буду их комментировать, да? Биологи шутят, они шутят, но они находятся, они просто по-другому называют зоны зоны этого мозга. Дальше, пожалуйста. А тем временем у нас формируются нейронные пути. Это сложный процесс. Эти связи настолько эффективны, что от них создается ощущение, что вызывает, что как будто нам что-то угрожает. Цепочки хрупкие, они рвутся. Мгновенная миелинизация. Чтобы избавиться от какой-то вредной привычки, это очень сложно. То есть от нее невозможно избавиться. Мы же не можем взять и рассоединить два проводка, которые называются нейроны. Мы можем только написать новый, создать в другом месте и более качественный нейронный синапс. Да? Поэтому миелиновая оболочка. Она состоит из клеток. Эти клетки, им нужны определенные нейромедиаторы, им нужен ацетилхолин. И сейчас есть новая концепция долгой жизни, то есть стимуляция ацетилхолиновых рецепторов. А это, кстати, лецитин. Мы будем об этом тоже говорить. Да? Выработка миелина у ребенка максимально при рождении. И в грудном молоке находится огромное количество миелина. Никогда не будет больше у человека такой возможности получать столько миелина, столько всего запоминать, как вот когда он находится на грудном вскармливании. Поэтому это все очень хорошо. Так, помогает ли ментальная арифметика? Помогает, но не очень. То есть там нужно при болезни Альцгеймера нужно очень-очень много и все одновременно. Дальше, пожалуйста. Нейроны общаются между собой через синапсы. Вот эти синапсы надо знать. Между этими синапсами находятся омега-3 жирные кислоты. И если их нету, то химически импульс не идет. И химически может зациклиться страх. У детей на смесях мозг работать будет хуже? Да, абсолютно хуже. Намного хуже, просто многократно хуже. И эмоции – это химические молекулы, об этом тоже не надо забывать, которые изменяют состояние синапса немедленно и навсегда. То есть, если, например, ребенок сидит, изучает, вы подошли, стукнули ему линейкой или ладонью по затылку и сказали, ну что ты такой тупой, не можешь решить эту задачу. Все, навсегда. То есть, ничего уже не сможет отменить это действие. Не издевайтесь, пожалуйста, над своими детьми, потому что они у вас не учатся не потому, что они глупые, тупые или не хотят. Они не учатся потому, что так составлены программы. Значит, у них не хватает усидчивости. Может быть, у них какие-то проблемы с позвоночником. Может быть, у них какие-то проблемы там, с волей, с какими-то, так сказать, поведенческими реакциями. Может быть, они гиперактивны. Может быть, у них мало, так сказать, гормона серотонина. То есть существует множество причин для того, чтобы ребенок не очень хорошо учился. Да? Но если вы будете его бить, унижать, если вы будете его ругать, все будет хуже, хуже, хуже намного. Дальше, пожалуйста. Существуют индивидуальные нейронные пути, да? Эти индивидуальные нейронные пути, значит, они, скажем так, зациклены. Вот, например, у одного человека зациклилась какая-то проблема. Зациклилась, например, ну, да, у человека случилась какая-то проблема на работе или в семье, и он ни о чем больше не может думать. И он пускает цепь импульса по этому нейронному пути. Он этот путь нейронный практически уничтожит. У него будут выжженные поля головного мозга. Поэтому всегда говорят, переключайтесь с одной деятельности на другую, с одной проблемы на другую. То есть уходите в другую зону мозга. Представьте себе, вот куда направлено ваше внимание, туда направлена энергия. А ваше внимание все время направлено сюда. Как заработать деньги, как заработать деньги, как заработать деньги. То есть, и вы совершенно, так сказать, этот путь выжгите.
Потому что, чтобы заработать деньги, надо уйти. А что я бы такого мог сделать для того, чтобы это было нужно людям, и в результате чего, видите, какой путь, совершенно в другую сторону. Да? Просто так деньги ниоткуда не свалятся, точно так же, как и любовь, точно так же, как и все остальное. Да? Поэтому совершенно другие словесные конструкции, но импульсы ходят по словам, потому что внутри кодовая, значит, шифровка – это слова. Дальше, пожалуйста. Итак, вернемся немножко к церебральному сорвингу. Да? Значит, закон эволюции. Природа рациональна, там нет гуманности. Значит, природно счастливое животное вышло на улицу, у него нет еды, оно съело другого животного, оно счастливо. Гуманность – это свойство человека, а не природы. Человек уникален в глупости и в гениальности. Да? И мы – жертвы социального отбора. И, кстати, свобода мозга – это социальный инстинкт. У нас существует два вида наследования. Два. Вот это, так сказать, надо знать. Первое будет про болезнь Паркинсона. Первое – это внегеномное наследование. Это ребенок, результат переноса генома. Вот этих тысяч поколений предков. И второе – внегеномное наследование. Это наиболее важное. Обучение, образование, социальные инстинкты, традиции нации и религии. Есть специфические области мозга. Они не передаются генетически. Это культурный код человека. Групповая стратегия – общество, мозг не нужен, гениальность не нужна. Нужны винтики, которые будут четко выполнять задачи. Государствам нужны глупые, тупые люди, которые не будут шуметь, будут тихонечко сидеть в своих домах и смотреть телевизор, ну и так далее. Да? Поэтому все делается ради этого. Но культурный код человека – это очень серьезная вещь. То есть ребенок, нельзя воспитать в ребенке уважение к матери. Нельзя воспитать. Ребенок может только списать его с ваших действий. Причем списывает он до 5 лет. Нельзя воспитать в мужчине уважение к женщине. То есть если папа не уважал маму при ребенке, то мальчик не будет уважать свою жену. Нельзя воспитать любовь к родине. Любовь к родине невоспитуема. Это традиции народа. Еще очень много нельзя воспитать. Эти запечатления, которые поступают в мозг, они практически неуничтожаемы. Все, что ребенок видит до определенного возраста, у него будет все это запечатлено на всю оставшуюся жизнь. Поэтому детей воспитать вообще нельзя. Воспитывайте себя. А дети с вас спишут то, что им понравится больше всего. Если вы им врали всю жизнь, они будут врать своим детям. Если вы их ругали, они будут ругать своих детей. Если вы казались им лучше, чем вы есть на самом деле, они будут стараться лучше казаться своим детям, чем они есть на самом деле. То есть все копируется путем запечатления. Будет семинар по рассеянному склерозу обязательно. Серьезная проблема. Итак, дальше, пожалуйста. Итак, что же такое ум, интеллект, разум и сознание? Я сейчас говорю как биолог. Итак, биологически умный человек. Это тот, который имеет больше всего детей, еды и возможность размножаться. Биологически умный человек. Обратите внимание, бессознательное – это желтенький пирожок. И сознание – это серенький пирожок, серенький кусочек пирожка. Так вот, нам сознанием надо ухватить бессознательное, интерпретировать его и все сделать правильно. По-человечески умный человек. Тот, который находит эффективные и невредные для человечества решения разных задач. Вот Сергей Савельев об этом очень много говорит. Творчески умный человек – это разные вещи. Тот, который может себя реализовать в природе и в обществе так, как до него никто не реализовывал. И у него хватает на это ума. Вот это тоже история хорошая. Человек разумный – это абсолютно другое. Знания, приобретенные в процессе эволюции – способность помощи людям. Разумный человек. Делиться пищей, не отбирать, сочувствовать. Не характерно для биологического мира. Что такое интеллект? Это сумма знаний. Интеллект, ум, разум, творческий ум, природный ум, человеческий ум – это совершенно разные вещи. И что такое сознание? Десятки тысяч ученых прямо вот по всему миру думают над этим вопросом. Для меня сейчас сознание, для меня – это соединение знания и понимание природы инстинктов внутри себя и интерпретация этих знаний с точки зрения разума человека. Я очень много людей видела без сознания. Когда человек лежит, болеет, он без сознания. Да? И я вижу, как у него включается сознание. Я вижу, как оно выключается. Я вижу, как он находится в этом мире. Я вижу, как он переходит в тот мир. Я знаю, что он рассказывает из того мира.
Я очень много видела людей перед смертью. Я 40 лет работаю в медицине. И через мои руки прошло огромное количество людей. Я врач скорой помощи. Я всем советую медленно ехать и пристегиваться. Я видела людей в коме, которые один день находятся в том мире, другой день находятся в этом мире. Я слышала, что они рассказывают. Я видела людей, которые видели образ Бога. Я видела людей, которые возвращались после смерти. То есть весь мой опыт жизненный, он за 40 лет в медицине, он очень-очень обширный. Поэтому я сейчас говорю не как врач, а как педагог, что сознание, оно проявляется на квантовом уровне. Это когда кора головного мозга может объяснить себе действие древнего рептильного и подкоркового мозга и определить осознание, что со мной происходит здесь и сейчас, в данный момент. Мы еще будем с вами очень много об этом говорить. Вы можете написать свое мнение, что такое ваш ум с вашей точки зрения, что такое сознание. Мы можем это еще обсуждать, потому что очень много мнений. Никто не претендует на истину в последней инстанции. Каждый может сказать свое собственное мнение. Но я говорю свое мнение как врач, который четко знает сознание без сознания, и как педагог. Сознание – это мой основной инструмент работы с человеком. Я работаю сейчас с вашим сознанием, с вашим осознанием, при помощи своего сознания, при помощи осознавания того, что я говорю. Я осознаю каждое слово и отвечаю за каждое слово, так как я ученый. Я доктор педагогических наук. Итак, вот это вот очень интересная тема. Вот это очень интересная тема. Мы будем еще об этом говорить. У нас с вами будет вебинар по подсознанию. Потому что подсознание, оно достраивает картину мира. Сейчас есть программы компьютерные, которые достраивают реальность. Так вот, подсознание достраивает картину мира, и оно нас обманывает. Оно играет с нами злые шутки, оно нас всегда обманывает. И сознание не может разобраться, а что же там подсознание наворотило, да? Как говорят, чувствовать сердцем или мозгом, это вообще другая ипостась. То есть либо вы осознанно сейчас, здесь и сейчас, либо вы в прошлом, и это уже не сознание, либо вы в будущем, а будущего еще нет, и прошлого уже нет. Либо оперируете такой историей, как память, и это не сознание. Либо вы осознаете себя здесь и сейчас. Все очень важно и все очень нужно. То есть мы будем, кстати, с вами это учиться делать. Итак, повторяю еще раз оговорочки по Фрейду. Секс. То есть что это такое, продление мира. Итак, вот смотрите, отец психоанализа считал, что большинство решений люди принимают именно на уровне подсознания через призму полового влечения. Но он ошибся, конечно. У него было всего 9 больных. Он был самый глубоко больной человек, и он все свалил на половую систему. На самом деле нет. На самом деле 3 единства. Еда, размножение и доминирование. То есть он считал, что доминирование возникает только по половому признаку. Нет, доминирования очень много. Кошка может доминировать над человеком, и вы прекрасно знаете, как это получается. Говорите, например, подруге: слушай, поехали на море. Он говорит: нет, я не могу, у меня кошка. Говорю: куда я дену кошку, так и так далее. Значит, кошка является доминантом. Как это проявляется? Обратите внимание, потребность размножаться всегда была. Если бы человек не размножался, так, рассматривал через призму своего сознания. Да, Юля, абсолютно точно. Так, неужели нельзя развернуть в своей жизни и не применять модель поведения родителей? Да можно, почему? Применяйте модель родителей, применяйте, но только лучше свою модель все-таки. Итак, значит, смотрите. Ну вот, например, сексуальное созревание. Вот, к примеру, самец хочет выбрать себе самочку. Вот это рептильный мозг работает. Как ему определить, созрела обезьянка или не созрела обезьянка? Очень хорошая история. Обезьянка созревает тогда, когда у нее удлиняются голени в 2 раза против того, что у не созревшей обезьянки. Начинает лосниться шерсть, значит, так сказать, на голове, ну, то есть пушистые волосы становятся, да, и шубки всякие, ну, то есть шерсть начинает лоснящаяся, да, значит, и вот, так сказать, пропорции между длинной голенью и лоснящейся шерстью является для бабуина, для главного бабуина, значит, сигналом о том, что самка созрела. Вот смотрите, что делают женщины, да? Каблуки. Это рептильный мозг. Девочка не созрела, одела каблуки и пошла, у нее будут проблемы. Естественно, она не созрела, подумает, что она созрела. Если она одела каблуки, она уже посылает месседж в природу.
что ей надо. Если она распустила волосы, она уже посылает месседж. Я не говорю, что некрасиво распускать волосы, замечательно, красиво и так далее. Но она уже посылает месседж. Если она одела шубу, но внутрь ворсом, она уже посылает, наружу ворсом, она уже посылает месседж. То есть шубу логично носить внутрь мехом, потому что, так сказать, тепло будет сохраняться внутри. То есть наши меховые купальники, ну и так далее, короткие юбочки. То есть это все месседжи. Это месседжи женской части населения, потому что основная задача женщины в этом мире — продлить свой род. И поэтому все, что они делают именно с этой точки зрения. Поэтому посмотрите, как выглядят ваши девочки. Посмотрите, как выглядите вы сами. Посмотрите, как вы одеваетесь на работу. Поймайте свою внутреннюю обезьяну. Поговорите с ней, договоритесь. Хотя бы в зеркало ее рассмотрите, да? Посмотрите, как, так сказать, ведут себя ваши девочки, ваши внучки, ваши дочки. Посмотрите, как, подумайте, как вы сами себя ведете, что вы транслируете миру, какой месседж вы посылаете. Я не говорю, что это некрасиво, но замечательная красивая девушка с длинными ногами стоит и так далее, и так далее, и так далее, с длинными волосами, да. Но это месседж. Обезьяна сидит и смеется. То есть это все работает подкорка, это все работает рептильный мозг, это все работает именно древние наши лимбические системы. Дальше, пожалуйста. То есть доминирование в природе. Кто главный бабуин? То есть главный бабуин тот, у кого больше всего самок, у кого больше всего еды, и у того, у кого больше, ну, пространства для сбора пищи. То есть это, так сказать, проявляется с детства. Вот лидерами не рождаются, бабуинами главными не становятся, ими рождаются. То есть для этого должны быть совершенно четкие задатки. Есть такие мужчины, которые, ну, которым бабуинство, ну, в принципе, не очень. Но тем не менее все стараются доминировать. Доминируют мужчины, доминируют женщины, доминируют дети. Я знаю очень, так сказать, много доминантных детей, которые родителей и бабушек всех вместе скручивают в баранку просто, так сказать, в один рог, в единый. Что родители пикнуть боятся, да? Такой родился детеныш-лидер, да? Поэтому вот это вот доминирование, отследите это доминирование, потому что женщины доминируют, мужчины, бабушки доминируют, тещи доминируют, свекрови доминируют, то есть все доминируют над всеми, начальники доминируют, но от доминирования до насилия существует достойное доминирование, существует недостойное доминирование, существует адекватное, корректное доминирование, существует некорректное доминирование. От доминирования до насилия один шаг практически, да? И, так сказать, этот шаг мы делаем всегда. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите правила доминирования. Правила доминирования, у нее есть свои правила, у нее есть свои аксиомы. Доминирует тот... Вот давайте так, я буду говорить, а вы, пожалуйста, мне пишите обратную связь. То есть пишите обратную связь, согласны, не согласны. Потому что я сейчас говорю мнение ученых, у вас может быть свое мнение. Но вы сейчас увидите и пересмотрите, вот за эти последние 5 минут вы пересмотрите свою жизнь с точки зрения трех основных жизненных стратегий. С точки зрения еды, с точки зрения желания размножаться, это хорошее желание, иначе бы мир вымер, и с точки зрения доминирования, да? Итак, доминирует тот, кто ценит себя выше, он может первым порвать отношения. Он всегда будет в паре доминирующий. Доминирует тот, кто менее эмоционально втянут в отношения. В отношениях всегда управляет тот, кто любит меньше. Тот партнер, который ревнует, закатывает истерики, проявляет обиды, рыдает, всегда будет зависимым и в подчиненных отношениях. Поэтому, если вы хотите доминировать, достойно доминируйте, держите себя в норме, в порядке, потому что, так сказать, это все имеет свои законы. В отношениях доминирует всегда тот, кто является более самостоятельным. В отношениях зависим тот, кто из двоих больше вкладывает эмоций в эти отношения. Это очень важно. Напишите, пожалуйста, сейчас, неважно с кем, может быть, по отношению к мужу, может быть, по отношению к любимому человеку, может быть, по отношению к маме, может быть, по отношению к вашему ребенку, да хоть к собаке, неважно. Вы доминируете или вы зависимы? Вот прям пишите «доминирую», там, или «всегда доминирую», или «всегда зависим», или «пытаюсь доминировать, не получается», или «пытаюсь быть независимым, не получается». Просто чтобы понять вот эту вот историю, надо как бы проработать сейчас ее с собой. Берите какого-то человека, по отношению к которому вы не можете определить свои отношения, и попытайтесь понять, либо вы доминируете, либо он, и что в зависимости будет с этим, да? Итак,
Я зависима, доминирую. Ну, вот так. Человек, который доминирует, всегда находится в роли оценивающего. Человека, у которого выше статус в обществе, который старше, имеет больше денег, обычно проще доминировать. Вот это вот серьезные законы. По отношению к мужу зависимо, бывает по-разному, больше зависим. О, Сергей, вы больше зависим, значит, вы хороший человек, значит, вы вкладываете, значит, вами будут доминировать. И это, конечно, может быть хорошо, ну, если женщина хорошая, да, но на самом деле это сложно, это очень сложно и очень ранимо, да. Можно вебинар по инсульту? Можно. Значит, пытаюсь доминировать. Следующий слайд, пожалуйста. А вот посмотрите способы доминирования. Доминировать можно двумя способами. Первое. Поднявшись над партнером, более экологично. Изучайте себя, развивайте себя, тренируйте себя, делайтесь лучше, становитесь лучше. Опустив партнера ниже себя, менее экологично. У всех есть преимущества и недостатки. По этим недостаткам можно ударить, наступить, принизить и вроде бы как бы выше. Доминировать можно, повышая свою самооценку или понижая самооценку партнера. Это будет называться корректным доминированием, свою самооценку. Характерно для природных лидеров, сильных личностей, для людей, которые обладают высокой самооценкой и внутренней уверенностью. Надо становиться таким человеком. Некорректное, патологическое доминирование. Характерно для людей с внутренними психологическими проблемами. Гораздо проще унижать, обесценивать партнера. Эта техника доминирования работает на людях, которые можно зацепить за их комплексы у людей с заниженной самооценкой. Например, сказать: фу, какая ты толстая, или да у тебя там мама, или да там то, да сё, да 25, или ноги у тебя кривые, или там волосы у тебя там какие-то редкие. Ну, то есть что угодно можно сказать. Женщина может так обидеть мужчину, что на всю жизнь посеет у него комплексы. Тоже так же и мужчина, 50 на 50. Обычно используют эти два способа. Эмоциональная амплитуда не дает привыкнуть к способам доминирования, потому что изощренные личности, они применяют, меняют все время стратегии доминирования и все время меняют, так сказать, уходят от погони. Парадокс состоит в том, что по-настоящему хорошим себя можно почувствовать только в том, если сначала, если тебя хвалят перед тем, как макнули в грязь. Вот это вот колоссальный прием доминирования, сначала человека размазать, а потом человека возвысить, а потом снова размазать, а потом снова возвысить. Поэтому будьте аккуратны с детьми, с любимыми людьми, с родственниками, потому что можно доминировать, но можно честно, корректно доминировать. Если вы зависимы, посмотрите, сделайтесь лучше, и вот эти вот советы вам помогут. Муж больше меня любит, но в отношения я вкладываю больше мужа. Кнут и пряник. Нет, это не совсем кнут и пряник. Это способ доминирования. Кнут и пряник – это немножечко другое. Вот способ, еще раз, три вещи – секс, еда и доминирование. Да? Так вот, доминируют все, пытаются доминировать все. Кстати, благодарность – это способ доминирования, чтобы вы знали. Если вы сильно благодарны, там, я тебя благодарю, 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 вы доминируете. А потом раз – не поблагодарили. Человек говорит: ничего себе, что такое случилось? Почему меня не поблагодарили? И так далее. Да? Так, итак, но доминирование очень близко от насилия. Поэтому давайте с вами поговорим немножко про насилие. У нас осталось несколько минут, и мы поговорим про насилие. Так, смотрим. Вот смотрите, сила сама по себе нейтральна. Ее можно использовать для разрушения и для строительства. Наше подсознательное все доводит до абсурда. Мы сейчас говорим про подсознание. Мы не говорим про кору головного мозга. Мы говорим про подсознание. Итак, абьюзер. Абьюз – это психологический термин, он мне не нравится, но тем не менее так это называют. Абьюзер – это человек, который является доминирующим в паре, в отношениях, в любых пропорциях. Всегда является собственником. Значит, я буду сейчас называть, а вы ставьте себе такие заметочки маленькие и поймите, кто по отношению к вас, есть ли по отношению к вами люди, которые являются вот этими абьюзерами, да, которые доминируют над вами, но некорректным способом. Да? Абьюзер является собственником, он постоянно контролирует, должен знать, где вы находитесь, постоянно ревнует, то есть он доминирует. Выстраивает отношения так, чтобы у него просили разрешения, особенно по отношению к детям. Так делают только слабые люди. Устраивает допросы, звонит, следит, если не берет трубку, истерика. Это, кстати, могут быть и женщины. Представьте, вы сидите на работе, жена вам 18 раз позвонила, ты где, ты с кем, ты что, ты когда придешь. Это способ доминирования. Проверяет общение на стороне, это становится патологическим. Настоящий доминант никогда не боится измены. При высокой самооценке нет необходимости контролировать, проверять, ревновать. Он будет искать другие подходы для удержания партнера. Абьюзер старается сделать партнера зависимым, вот это самое главное, материально
и морально, лишает работы, финансовых ресурсов, ограничивает круг общения, социальный ресурс, нагружает работой по дому, временной ресурс, угрожает. Доминирующий здоровый мужчина и здоровая женщина никогда не будут этого делать. То есть они будут искать другие совершенно подходы. Следующий, пожалуйста. Абьюзер подразумевает, что есть только одно правильное мнение. Это его мнение. Он никогда не способен к компромиссу. Это насилие психологическое. Перекладывание вины на другого за все проблемы и ошибки. Это насилие. Постоянная критика. Игнорирование положительных моментов и выпячивание отрицательных. Обесценивание человека. Это всегда доминирование психологическое некорректное. Вина в том числе за свои чувства, понижение самооценки, ссоры по любым малозначительным поводам. Обесценивается внешность, заработок, хобби, подруг, родители, интересы, навыки. Все обесценивается. Сколько бы человеку ни сделали, ему все мало, все не так, все ему не нравится. С такими людьми очень трудно, потому что способность доминирования без оснований на доминирование – это тяжелая проблема. Пожалуйста, разберитесь в своей семье, разберитесь со своими начальниками, разберитесь со своими детьми, между детей, посмотрите на их отношения. То есть вы теперь знаете три главных ведущих причины. Похвала, особенно незаслуженная, это шикарный способ доминирования. Неадекватное самоутверждение, это тоже доминирование. Итак, напишите мне, пожалуйста, обратную связь. Есть ли в отношении вас некорректное доминирование? То есть чувствуете ли вы на себе вот эти вот варианты насилия? То есть это очень-очень важно. Следующий слайд, почти последний. Итак, как это работает? Например, ты хочешь изменить жизнь. Да, говорит левое логическое полушарие и знает, как это сделать. Я боюсь, у меня ничего не получится, говорит подсознание и выигрывает. У него ничего не получится. Это многовековой опыт подсознания. И чаще всего он негативный. У большинства людей хорошо развито левое логическое полушарие, а правое слабое, образное. А подсознание вообще не поддается контролю. Подсознание очень мощная сила, которая определяет нашу жизнь. 95% нашей жизни – это подсознание. Нам обязательно надо научиться с ним работать. Основные причины неудач – конфликт всех состояний мозга. Трех этажей. Первый этаж не видит, второй не видит, третий не видит, первый. Если мы научимся координировать и гармонично сочетать работу всех трех частей мозга, то у нас появится больше шансов добиться желаемого результата в реальном мире. Левое полушарие отлично умеет понимать суть вещей. Левое. Правое учится находить творческие решения. Надо освободить подсознание от груза прошлых негативных опытов. Левое полушарие занимается анализом, разложением целого на части. Правое – синтезом, сведение сведений в единую картину. Оно отвечает за образное восприятие, но это не главное. Вся проблема в подсознании. Если мы не научимся управлять подсознанием, ничего не произойдет. Только подсознание руководит нашей жизнью. Дальше. Итак, последнее. Как управлять подсознанием? Все, что вы сказали, относится к своему мужу. Как же их подружить? Вот сейчас будем говорить. Мама пытается некорректно доминировать. Абсолютно точно. Да. Так, сейчас, секунду, я уйду немножко. Я отвлеклась пока тут. В отношении с мужчиной была зависима. Конечно, есть. Было в прошлой жизни. А что делать? Да, ну что делать? Работать над этим. Конечно, есть попытки. А что делать, если старший ребенок доминирует над младшей? Угу. Корректное доминирование. Надо объяснить ему, как корректно доминировать. Старший и так, он старше, ему легче доминировать. Надо младшую учить, как быть лучше, как спокойно к этому относиться и так далее. Так, последние, так сказать, минуточки у нас идут. Вот. Если мы способны управлять подсознательным импульсом мозга, то вместо того, чтобы убегать, мы можем принять решение временно остановиться, а затем из этого состояния перейти к активным действиям для решения жизненных проблем и задач. Подобный контроль помогает перестать автоматически реагировать. Главный секрет. Надо перестать автоматически реагировать. Мы можем в каждой конкретной ситуации выбирать решение. Например, договорились с собой, когда я раздражена, я буду говорить спокойно. Подсознание, я тебя слышу, я тебя вижу, но я буду говорить спокойно. Я так решила. Мое высшее «я» решила, что в этой ситуации я больше никогда не буду выдергиваться. Я буду вести себя
спокойно. Вы можете сказать это мужу, маме, ребенку, но это надо делать. Вы знаете, что у вас внутри уже пошел гореть огонь адреналина, норадреналина, кролика, льва, так и так далее. Вы говорите, я понял, останавливаюсь и делаю то, что я решил. Эти конструкции надо записать, мы будем этому учиться делать. Надо признать страхи и переключиться на более ресурсное состояние. Когда подсознание сковано страхом или другими эмоциями, ревностью, жадностью, обидой, любовью, признательностью, ну и так далее, и так далее, и так далее. Человек неадекватен. Как только он включает кору или осознание, он должен сказать себе внутри: подсознание, я тебя слышу, я тебя вижу, я тебя понимаю, но я буду делать по-другому. Я буду делать так, как я считаю нужным, потому что у меня есть кора головного мозга, потому что я человек, я не обезьяна, я не рыба, я не рептилия, я человек. Надо отдать, отдайте. Надо, так сказать, защитить, защищайте. То есть, но все должно быть осознанно. Вот эта точка здесь и сейчас, когда вы говорите, я понимаю, я буду делать так. Вот если вы взяли этот перерыв и сказали, я буду делать так, все, вы включили сознание. Если вы напугались и побежали, это бессознательное. Если вы разозлились, обиделись и накричали, это подсознательное. Потому что так было десятки тысяч, миллионы лет. И вы так делали всю свою жизнь. Надо остановиться и сказать, я тебя слышу, я тебя вижу, но делать я буду по-другому. Итак, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь в том плане. Напишите, пожалуйста, понятно ли вам было то, что я рассказала. Усвоили ли вы трехэтажный мозг? Что такое рептильный мозг? Что такое лимбическая система? И что такое контроль коры головного мозга? Если вы усвоили, значит, моя задача на данный локальный семинар будет решена. Я очень хочу, чтобы вы научились управлять собой. Я очень хочу, чтобы вы не выглядели как дикий бабуин, который подбирает себе самку. Всю жизнь круглогодично, имея при этом огромный свой род, который надо защищать и воспитывать. Я хочу, чтобы мы все выглядели прилично. Я хочу, чтобы наши внутренние обезьяны, жадные, злые, ненасытные, сидели тихонечко в своих уголочках нашего рептильного мозга и подчинялись коре нашего головного мозга. Мне хочется, чтобы люди были добрее. Мне хочется, чтобы люди понимали, что рептильный мозг – это всего лишь секс, это всего лишь еда, это всего лишь доминирование. Доминировать можно любым способом. Мне хочется, чтобы человеческого в нас было больше, чтобы люди умели делиться с собой, с другими, чтобы они умели делиться с неродственниками, чтобы они были милосердны, чтобы они умели помогать другим людям. Потому что только в отношениях любви, взаимопомощи возможно создание человеческого общества. Наш мир сейчас переживает колоссальный духовный кризис. Идут войны, идут очень серьезные проблемы. Смотрите, что творится в спорте. Везде, везде деньги, везде секс, везде доминирование и везде, так сказать, нечеловеческие отношения. И отношения человеческие должны рождаться в каждом из нас. То есть защищать слабого, выносить с поля боя, преклоняться перед пожилыми, помогать пожилым, заботиться о детях. Вот это абсолютно чисто человеческие качества. У обезьян этого нет. То есть обезьяна выходит, и если жена еда, она убивает другую обезьяну, если это не родственная обезьяна. Но мы же люди все-таки. И есть надежда, что все-таки мы сотворены по образу и подобию Творца. И есть все-таки надежда, что мы сможем вырастить таких детей и не уничтожим своих. Ребенка надо только любить, все остальное он с вас спишет. И женщин надо любить, но и мужчин тоже надо любить, родителей надо любить, всех надо любить. А мы живем из страха. И у нас будет еще с вами семинар по чувствам, у нас будет семинар по подсознанию, у нас будет семинар по стрессу, потрясающий семинар. Но самый ближайший, 27-28, это страшная трагедия, болезнь Альцгеймера. Не приведи Господь, чтобы ни в вашей семье, ни у вас лично это заболевание не коснулось. Вылечить его невозможно. Его возможно только предупредить. Избавиться от стресса невозможно. Можно заставить только стресс работать на себя. И мы будем это делать 27 и 28 числа. Я сейчас уезжаю в Новосибирск. В Новосибирске у меня Академия здоровья. Все уже собрались, ждут. И после того, как я приеду,
мы начнем делать рассылку, и мы рады будем с вами встретиться, со всеми, кто будет с нами работать. У вас будет много подарков, мы вам дадим много интересной, нужной информации, ну и так далее. То есть мы ждем вас на всех наших ресурсах, вы получите письма, хотите, заходите по ссылкам. То есть будет очень интересно и полезно, и нужно. Обратная связь от вас поступает. Спасибо, и я вас благодарю. Да, надо работать над собой. Да, будем любить ближнего. Запись вебинара будет. Пожалуйста, вы получите его в себе рассылку. Да? Увеличение хаоса в различных сферах жизни – это признак. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Любить ближнего – да. Согласна. Согласна. Спасибо вам огромное. Огромное вам спасибо. Продающая кнопка будет находиться под этим видео. Пожалуйста, переходите по ссылкам, и вам выдадут личные кабинеты, и вы будете работать уже в своем личном кабинете, куда будет поступать информация. Мы подготовили для вас много подарков, поэтому у нас есть что вам сказать. И я благодарю вас за то, что вы с нами. Я благодарю вас за то, что вы работали. Огромное количество комментариев. Я вижу, что вы работаете. И мне хочется всю информацию, которая у меня есть, отдать вам в системном виде, потому что систематизация – это очень сложная вещь. У меня есть, видимо, какая-то гора, кора в зоне мозга, которая отвечает именно за порядок. Я дева по гороскопу, мне все надо, чтобы лежало по полочкам. И так я живу, и этим я вам могу быть полезна. До свидания, спасибо вам. Я желаю вам подружиться со своим трехэтажным мозгом. До свидания.